Напомню, что по распоряжению главы администрации Заура Хамирзова в районе введен режим повышенной готовности из-за марокканской саранчи. Об угрозе заблаговременно были оповещены все фермеры района. Работниками Россельхозцентра по Кашхабльскому району и Управления сельского хозяйства совместно с главами администрации сельских поселений были приняты меры по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с распространением саранчи. Проводилась работа по выявлению очагов распространения вредителей. На сегодняшний день обработано более 600 гектаров земли. Вчера в Кашхабльском поселении проводилась подобная работа, в которой приняли участие работники администрации поселения и сельского хозяйства. Мы находимся на территории Кашхабльского сельского поселения на пастбище. Сегодня, как видите, коров здесь нету, никто не пасется, потому что сегодня производим обработку против саранчи марокканской. Вот, привезли препарат, сейчас вот заправляем, будем обрабатывать, значит, вот. Препаратом альфа-ципи. Вместе с сотрудниками Россельхозцентра нашего, с Хабисимом, обследование провели. На каждом квадратном метре, значит, марокканская саранчи находилась 4 штуки. Значит, поэтому порог почти приближается к тому, чтобы надо обработать. Сегодня мы находимся на обработке. Вот пришел, значит, опрыскиватель, заправляем, сейчас будем обрабатывать. Потому что этот вредитель очень такой злостный. Такие случаи бывают, что он не оставляет за собой, ну, как говорится, живого места. Мы это наблюдаем и в Астраханской области, и в Дагестане, и в Ставрополе. Сегодня он добрался до Республики Адыгея, Кашхабльский район. Частные предприниматели и фермеры предприняли какие-то меры? Также, значит, были оповещены через газету и телевидение, значит, и частные предприниматели обрабатывали. Сегодня уже докладывают, что 600 с лишним гектаров уже обработаны. ИП КФХ, значит, Кашхабльского района. Вот. Обработка, где находим, выявляем, там и обрабатываем. Обработка производилась специальным препаратом, приобретенным за счет средств администрации Кашхабльского поселения.